Друзья, привет! С вами Альбина, блогер, и сегодня я вам покажу фюртовскую рождественскую ярмарку. До этого у меня было видео Нюрнбергской рождественской ярмарки, а сегодня вот мы в фюрте. По всей Германии прошел конкурс по рождественским ярмаркам, по городам. Вот Дрезденская рождественская ярмарка заняла первое место, а вот Нюрнбергская — четвертое. Прогуляемся по фюртовской рождественской ярмарке, посмотрим, что нам предлагают, какие сладости, вкусности, какие напитки. Вот, на Рождество здесь принято пить глинтвейн. Есть глинтвейн с вином, но нам это не интересно, а есть глинтвейн безалкогольный, детский, пунш. Туда добавляют разные травы, пряности, корицу. Здесь же на ярмарке можно и приобрести праздничные красивые кружки. И вот нам пришла мысль, и мы решили, что кто подпишется на мой канал и в комментарии посоветует в своем городе какое-то интересное место, где мы не были. Вот. А мы бываем, и я знаю, что меня смотрят и в Германии, и в Узбекистане, и в Азербайджане, и в Турции, и в России. Если нам вот какое место понравится, где мы не были, мы этому человеку отправим эту праздничную кружку как приз в подарок. И постараемся в будущем посетить это рекомендованное место. О, вот эта лавка вкусная. Фрукты и ягоды в шоколаде. Особенно клубника в шоколаде. Обалдеть! На Рождество в Германии продают вот такие деревянные игрушки, подделки, крутящиеся некоторые, полуовальные подсвечники. И все это принято расставлять на подоконниках, чтобы люди снаружи тоже это смогли увидеть. Соответственно, а лучше. Да? Холодильный сок. Thank you.
Ну и? 212. Два раза, видишь? Вернулись и купили кружку, которую вы видели ранее, с изображением фюрта, Рождества. Думали, еще попадется, может быть, что-то интересное. Но нет, решили вернуться за той. Все для вас. Если меня спросите, то мне больше понравилась фюртовская ярмарка, так как здесь больше свободного пространства, есть места с огнем, где можно погреться. Но на Нюрнбергской ярмарке, несмотря на то, что там много народа, да, и много туристов, потому что у всех на слуху Нюрнберг, там красивые, интересные лавки. Впереди мужчина в шляпе, как у графа или как у вампира. Ладно, это я отвлеклась. Если будете посещать Нюрнберг, обязательно посетите фюрт. Будет неприлично не посетить его, так как он находится рядом с Нюрнбергом. У них одна ветка метро. И фюрт более старинный, чем Нюрнберг, так как Нюрнберг после 1945 года восстанавливали заново. Да, да. Тогда лучше он ту шапку с рогами. Вот это так придавит мозги, потом вдруг живой останешься, еще вот это тебе. Впереди вот такое сооружение деревянное, как пирамида, с уровнями, где изображены сценки из жизни и рождения пророка Иисуса. А сверху вот такая деревянная вертушка. Вот такие же продают здесь на Рождество и миниатюрные игрушки деревянные. Thank you.
и в такую погоду играет на пианино. Кто-то решил украсить вот так свои красивые окна, но за это мы кружку не дарим. Дарим кружку за подписку на мой канал и за комментарий. Подписывайтесь. Чус! Вот такая праздничная рождественская кружка ждет моего подписчика-победителя. С изображением ярмарки фюртовской, города Фюрта, со знаком вот трехлистник клевера, знак Фюрта. Удачи!